Heads up. Heads up. Here's another one. Another one. Why you all in my ear talking a whole bunch of shit that I ain't trying to hear? Get back, motherfucker, you don't know me like that. Get back, motherfucker, you don't know me like that. Приветствуем вас, товарищи геймеры! Самой передовой игровых новостей вам вещает выпуск Wikita Weekly, а это значит, что самое время узнать все самые интересные и важные новости игровой индустрии за уходящую неделю. Компания Sony в очередной раз подтвердила новую дату выхода Gran Turismo 5. Теперь это 24 ноября этого года. Фанаты серии наконец смогут в нее поиграть. Глава Polyphony Digital Казунори Ямаучи извинился перед всеми игроками за столь долгое ожидание и надеется, что не будут разочарованы игрой. Treyarch. В течение первых 24 часов после выхода игры Call of Duty Black Ops уже успел исправить некоторые ошибки, возникшие у игроков в основном в мультиплеере, связанные с игровыми режимами и нестабильностью карт. Но совсем скоро разработчики выпустят еще один патч, который долатает игровые баги и увеличит производительность игры. Кстати, совсем скоро выходит и новый DLC. Spider-Man Shattered Dimension до ПК доберется в День Благодарения. Как сообщается на официальной странице игры в Facebook, североамериканская версия для ПК будет доступна эксклюзивно в сети магазинов Walmart в выходные Дня Благодарения, а после них игра будет уже доступна в остальных торговых сетях США. Остальной же мир получит игру немного позже. 24 ноября она появится в магазинах Австралии и Азии, а в Европе релиз ПК-версии состоится 26 ноября этого года. В 2011 году Take-Two Interactive запустит игру Civilization Network в крупнейшей социальной сети мира Facebook. Как сообщают представители компании, игра разрабатывается уже давно, но о ней ничего намеренно не сообщали. Появится игра уже совсем скоро, предположительно в мае 2011 года. Открылся промо-сайт русского телевизионного сериала «Сталкер», который основан на одноименной игре и на книжной вселенной, выросшей из этой игры. По словам создателей, сериал появится совсем скоро, что, наверное, очень обрадует многочисленную армию поклонников игры.
Компания Electronic Arts объявила, что демоверсия ее нового детища Need for Speed Hot Pursuit за 2 недели скачана более 2 миллионов раз из сетей Xbox Live и PlayStation Network, а это делает ее самой популярной из всех демоверсий серии Need for Speed. За все время доступности демо Hot Pursuit было накатано более 54 миллионов игровых миль, а результатом всему этому служит 20 миллионов игровых задержаний. Совсем неплохая цифра. Кстати, уже появились первые оценки от игровых западных порталов. Xplay ставит игре 4 из 5 баллов, а IGN влепляет 9. Продажа игры поступит на следующей неделе. Уже сегодня американцы могут приобрести сервис Xbox Live для мобильных телефонов с операционной системой Windows Phone 7. Microsoft объявила о планах выпуска обновлений списка игр для Xbox Live каждую неделю, а также обещала вести голосование на лучшую игру недели. При этом игры и софт будут стоить от 3 до 10 долларов, а мы будем следить за игровыми новинками Windows Phone 7. Наш выпуск подошел к концу, и мы прощаемся с вами. До встречи на следующей неделе.